Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Влад. Рекрутер агентства «Астроад». Мы заняты подбором крутых специалистов для планетных систем и для звезд-евангелистов. Вакансий сасных предложить вам готов, конечно, если вы в теме межпланетных звонков. И если не сложно, ответьте сейчас, смог ли этой песни я заинтересовать вас. Дмитрий, ответьте сейчас. Идет уже второй месяц, а фидбэка все нет. Неужели, Дмитрий, вы ушли на обед? И там что-то съели, что мне стыдно назвать. И это вас не заставило так долго отвечать. Однако, если вы все же обратите свой взор на наш список вакансий, актуальный до сих пор, буду ждать ответа и молиться богам, что песня та и эта не доставила вам беда. Дмитрий, не доставила расстройства, а доставила лишь фан. Прошло уже так много, я не верю в результат. Какого хера, Дмитрий, провались ты в ад? Я уже не работаю в рекрутовом агентстве, поэтому куплет этот честный. Если честно, я сам бы хопнул в это войти, но с моим высоким ростом в эти дверцы не войти. Но твое резюме как раз под нужный формат. Но ты какой-то аутист, какой-то факап стартап. Дмитрий, жри резюме и умри. Дмитрий. Но если что, то звони.